Всех привет и прямо про зонтов. Продолжаем мы проходить FIFA 17 за историю Хантера. Ну что у нас? У нас характеристика есть, я вижу. 3 очка. А что я хотел потратить, я не помню. Где-то здесь это все. Вот скорость рывка себе прибавить, разгон. Разгон хочу себе прибавить. Давайте пускай разгон себе прибавляем. В данный момент. Вот и замечательно. Так. Ну что, у нас следующая игра у нас идет на то, что мы будем играть. А, это мы видели, ёпты мать, а. А я думал, оно не скипнется. Who's that, then? Ё-моё. Ну давайте я на паузу нажму, пока думаю. А там уже увидим, когда только начнется игра. Ну что, вот мы снова здесь. Я пропустил этот клип, но я бы не пропускал себе характеристику, уже не воспользовался. Вот это вот проблема, такая фигня у меня случилась. Ну ладно, продолжаем дальше. У нас следующая игра с Челси. Мы играем в гостях, и они четвертое место. Мы давно второе не занимаем. У нас только одно поражение, если не ошибаюсь, да. У нас все же одно поражение. И они от нас далековато, на самом деле. Но мы остаем от Манчестер Юнайтед на 2 очка. Ладно, переходим в день игры. Посмотрим, что у нас будет, что у нас есть, какие у нас шансы победить от Челси. Это очень трудный соперник, на самом деле. Конечно, играем за Хантера. 89 Азил, у нас 71, у нас желтый, Димари 86, 87. У нас защита хорошая, Гипс у нас играет, Санчес. Унини, почему я унини, блядь, и этот Ремзи выставляю вместо него. Куда интерес его друга-то был? Воркера, блядь, делит, а мне это очень просто интересно. Куда он пошел? В Ливерпуль, что он перешел? И Манчестер Юнайтед. Просто интересно, какой клуб его продали? И он против Челси. Всем привет! Говорит и показывает стадион Стэмфорд Бридж в Лондоне. С вами Георгий Черданцев и Константин да, Гений. Будем рассказывать вам сегодня, что происходит на поле Челси. 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 Наш капитан команды, так понимаю, да? Да, без тебя никуда. Все, ты не пьешь команду, засали. Есть повод порадоваться. Его опять включили в состав команды недели Фут. Это, между прочим, уже второе попадание в команду лучших игроков недели. Что ж, он действительно заслужил появление в составе лучших своей игрой. Очень ярко он демонстрирует в последнее время. Да, 70, с очками 71. Перед нами состав Челси. Очень вариативное тактическое построение. Не, его что-то не видно. Степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Еще Оскар что здесь? А Оскар у них играет или нет? Я не помню, кто у них игрок в Китай что убежал. Сэмми Керн, который уже в историю вошел Арсенала. И в этом сезоне, конечно же, нет. Смотрим состав Арсенала. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Да, я уже 19-й хотел бы сыграть карьеру в истории Хантера. Но сначала надо эти пройти, чтобы узнать полностью историю. Я ее не играл, как говорил, слишком много. Вот до 71 я доходил, кажется, общего. Ну что, они начинают у нас матч, а мы будем здесь. Мне всего лишь один раз довелось побывать на Стэмфорд-Бридж. Честно говоря, впечатление в стадионе внутри арены осталось не самое положительное. Продолжаем. Итак, игроки Челси разыграли мяч. Игра началась. Матч двух замечательных команд, и мы ждем яркого футбола. Побрякос у них на поле. Замечательно просто. Иванович. Ух, Иванович. Отлично сыграно, мать, надо а? Решать. Вот да. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Хантер. Так, пас спокойный. Франциско Клен. Арсенал в атаке. Бля, хороший пас, наверное. Блядь, ну, теряем мяч, увы. Фу, слишком много мы энергии с самого начала потратили. Давайте чуть отдохнем.
посмотрим сам на матч. Диего Коста. Так, у нас отнимает мяч замечательно. Сегодня. Великолепную игру показывает сегодня на блядь, парень. Офсайде он я буду. С мячом, а продолжает так... Нет! Я офсайде говорю, блядь. Офсайде я. Я думаю, правда, гол, блядь, ебать. Я думаю, офсайда не будет. А тут облом. Так, давай смотреть повтор. Ну, неудивительно, что игрок был уверен в своей правоте. Офсайд, что называется, миллиметровый. Месут Озил. Антер. Спасибо за пас, конечно, но атаки я не смогу. О, пас, пожалуйста. Надо грамотно распорядиться мячом. Блядь, это очень плохо. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Джон Оби Микки. Так, мяч мы отнимаем. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Да, блядь, ну что вы даете пас какой-то, а? Тут еще Куртуа стоит, да, я так понимаю, на воротах. И свистнул арбитр, и Арсенал атакует. Пока неплохо. Блядь, навес не получается. Извините, парни. Великолепно исполненный пас в разрез. Ай, опять пас не выходит навесом-то, а? Передачу Алексис Санчес. У, какой хороший удар был. Что-то мы стараемся делать около ворот Челси, но пока ничего у нас не выходит так сильно. Лоран Кусильни. Алексис Санчес. Но я не понимаю, Сэм Венгер по поводу состава. Почему Элнини, а не Рэмси? Это может быть опасно. Слушай, ты Элнини больше у нас. А у нас этот, блин, как Рэмси стоит? Так что, блядь, ну это пиздец. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Пока стоим, энергии копим. Далеко не каждый клуб сравнится с Арсеналом, но, похоже, сегодня силы равны. Посмотрим, как сегодня сложится эта встреча. Это может быть опасно. Все верно, пора сместить акцент атаки. Передача... А, прям Куртуа в руке. Неудивительно. Не, пока мы мяч держим. Это хороший вариант на данный момент. Это момент. Пока мы держим. Несут Озил. Спасибо за пас. Такой пас сделаем. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Отличная взаимодействие. Да, хороший пас. Месут Озил. Да. Вот это спасение. Спасает Куртуа свои ворота. Спасает Куртуа свои ворота. Бля, хороший удар такой у нас, а? Куртуа его берет, ну точнее, не слишком хорош. Я надеюсь, вы контратаку вытащите, а? Не, контратаки у нас не произошло, это замечательно. Затормозили их атака. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Димари продолжает владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Блёд, ну угловой. Снова на угловой у нас. Головой в пользу Арсенала. Окей, свисток с углового у нас. Не всегда еще один угловой. Разыграть угловой так, что-то у нас два игрока, блядь, центральные защитники валялись. Не слишком странно. Санчес у нас. Что-то мы тоже невысокого роста. Да, блядь, вы заебали, а? Продолжаем дальше. Главы. У нас уже третий главой подряд. Ай, не туда опоздал.
Ёб твою мать, а! Антер! Терпеливо ждут они своего шанса. Да блядь, ну как так, а? Франциско Клен. Неплохо. Блядь, попросил мяч, но сука перехватили. Фабригас и Суле. Матич. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Выбили. Какой замечательный момент. Останется. Тут может что-то получиться. Блядь, дай мне пас. Ну куда ты так, а, блядь, ебать. Ай, прям попросил снова. Иначе могли возникнуть снова проблемы. Попросил не то время, не тот час. Блядь, я так близко был. Отличный чистый атак. Так, Азил на тебя пас. Да, идет в атаку Хантер. Бля, не тому, ну ладно, пусть обои идут удар. Хороший, хороший пас был. Ну, владеем мячом, считай, процентов имеем, а? Чуметь просто. Так, отдыхаем, чуть-чуть отдыхаем. Франциско, у нас уже Франциско. Почти заканчивается первый тайм. Киран Гибс. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Ну, понятное дело. Ничего у нас не выходит. В исполнении защитника. Команде впору поставить ему памятник. Месут Озил. Памятник надо ставить такие этим, передачи всегда таят легендами для соперника. Хороший был удар, но увы, мимо ворот. Не попал. Увы, Озил. Может, Корсору пора? Не, пока еще не пора. Но надо выпускать его. Он как-то более менее интересный. Озил уже давал мне уже, говорю, пасы для Хантера. А, уходит у нас мяч. Вау, 3 минуты нам добавляют дополнительное времени. Сесар Аспирикуэ. Бля, втроем в одном месте находимся. Не знаю, что делать. Все, все заканчивается у нас первый тайм. Мы говорим об этом буднично, потому что очень буднично. Ну и вообще. Как тебе Алекс Кантер в первом тайме? Просто очумительный. Так, продолжаем мы дальше игру. Начинаем с середины поля. Итак, первый тайм у нас был откровенно скучным. Посмотрим, что приготовит нам второй. Ну, хочется у нас вот какие-то атаки были. Это другое зрелище, нежели чем мы увидели в первом тайме. Отлично задумано, отлично понятное исполнено. Блять, ну как так можно-то опустить? Загружает мяч. Блять, и мы проигрываем битву. За мяч. Мяч перед чужой штрафной в надежде на... Есть шанс! Да блять, ну как так крутуа, блядь, сука, вытаскивает этот мяч, а? Слабо был удар, но, блядь, ебать, он вытащил этот мяч. Виля. Сука, заебал он меня. Наебывает меня, папа. Джон Обидмини. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Ты дал пас, блядь, пиздец просто. Дебюши. Пас в разрез очень точно. Вот это удар. Блядь, и опять у нас голкипер вытаскивает это мяч. Угловой для Арсенала. Опасный момент был, опасный. Ай, блядь, ебать, проиграл, а. Мяч оно наш. Великолепный пас. Блядь, куда убьете-то, а, парни? Пас дал не очень хороший. Это Хантер. Ну, блядь, ну как так, а? Что так прям не везет-то, блядь? Отличный отбор, но мяч-то кому-то останется. Отличный рывок Алекса Хантера. Можно подать. Это что за подача была, блядь? Нихуя себе подача была. Месут Озил. Озил.
игрока совершенно особенный взгляд. Понятно. На поле он видит такие ходы, которые для большинства тайны. Понятно, все. И Суперзил не боится выбирать сложные варианты развития атак и умеет выполнять даже самые замысловатые передачи. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Замечательно, мы мяч отбираем. Навес. Крутого вот берет себе мяч. Игра тяжелая. Ну не слишком, конечно, но мы только бьем эти ворота. Только их не чужие ворота. Бьем, а вот сделать до конца ничего не можем. Потому что у нас проблема большая. Может получиться интересная атака. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Алексис Санчес. Месут Озил. Пантер. Алексис Санчес. Спасибо за пас, только, блядь, обработка дурацкая, блядь, а? Ты тут что? Ну, что такое за фигня у Нюни, а? Желтые ему дают. Жалко. И замена в составе Челси. О, Карсор у нас выходит. Замечательно. Надеюсь, с ним у нас более атака лучше станет. Какие у него желтые получают. Мы тоже на желтый сидим. Только почему-то мы, когда есть чемпионшип, перешли премьер-лиги, у нас до сих пор желтые висят. А кончи из числа не пропадут, да? Алексис Санчес. Алекс Кантер. Не-не-не, пас не надо, бля. Почти подошли к воротам, но защитник ты, мать, на чеку перехватил он эту передачу. Оскар. Друзья, а вот Оскар забить собирается или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Да, блядь, долго мучаемся, блядь, ебать, это пиздец просто. Парни. Бля, ну это обработка дурацкая у Хантера, а. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Обрано туда сюда будем гонять, да? Разбирается оборона с этой подачей. На себе пас. Еще 10 минут. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Ебать, дерусь за каждый мяч, ты, блядь, а? Как будто я опорник какой-то. Момент! И пошла передача. Кривой, блин, навес, а? Какой кривой навес, а? У нас замена, да? Отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков. Я в Нине на Ремзи. У нас меняется, а Зимин говорит, что Ремзи выпустит снова. Кто может решить исход встречи? Защита у нас отлично работает, мне прям радует это. Челси начинает атаку. Санчес. Спасибо за пас. Счет равный. Ну что, рискнет кто-нибудь? Блять, ну сука, ну как так можно-то, а? Как вы можете слышать, меняет его, меняет. Игрока, который покидает поле. Думаю, мы с тобой тоже должны признать, что он был одним из лучших в сегодняшнем матче. Если не абсолютно лучший.
Блять, мы выигрываем, но только тут и ворота не летел, и Хантер взял правду, блядь. Нихуя он там круговорот сделал. Вот на выезд. Отличный сейв вратаря. Ну все, вот у нас 90 минуты, да, мы отчёте 0-0-0 у нас. Я что смог, что сделал. Касорла Гонсалес. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Отлично сыграно, блядь, ну надо это решать. Не туда, не сюда вообще просто. Киран Гибс. Касорла Гонсалес. Да, блядь, ну это не нарушение, блядь, что драма у нас. Замечательно просто. Все, сестро, конец тайма. Ну, точнее, конец матча. Все. Ну что же, голкипер, безусловно, сегодня будет назван главным героем встречи. Серьезно, он поработал, а вот его команда практически не атаковала. Ничья? Да, ничья. И да, герой матча, конечно, вратарь. Такая разница в ударах в створ и ничья. Удар 4-0 гола. Вот такой поворот у нас за Хантера против Челси. Мы ничего не смогли сделать. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. 90 минут сыграем, 0 голов, 0 пасов. Касание мяча 49%, передача 83, точных пасов 25 и важных пасов 3. Один мимо, 3 створа у нас такая ситуация, и мы не забили гол. Куртуа очень хорош был в этом матче, скажу честно. И у них даже неплохие были это. Что у нас по поводу Манчестер... Так, с Манчестер Сити у нас ничего играет, а Манчестер Юнайтед вообще что-то не видно. Вверху у нас 1-0, стоп, Хав Сити побеждает. А вот Манчестер Юнайтед я не вижу. Неужели он будет играть следующим днем? Что у нас там дальше будет? Any comment on Alex Hunter's performance of late? Bueno, jugar con Alexander es divertido, es un jugador que tiene mucha calidad, me divierto mucho y la paso muy bien cada vez que juego con él. Спасибо тебе, Ди Мария. How does it look? It's not serious. Keep it iced. I'll strap it now and we'll start with some ultrasound tomorrow. Take it easy for the next few days, then we'll do some work in the gym. Could have been a lot worse. Да, мы драм в конце получили. That's what we used to get was a cold sponge. That's what happens when you run around like a madman, Alex. You need to learn to run clever. Understood. Это, кажется, уже был у нас. Так, бонус за старт мы это получаем, а вот за голы нет. Увы. И реди матча у нас 8, это нормально. Опа, на, у нас почти 300 фунтов мы заработали. Так, подписчики у нас поднимаются потихонечку. Опа, чуть-чуть, капельку какую-то поднялись. Но это не важно. 70 мы уже имеем, а дальше там уже не особо важно. 71 точнее. Там до 72 может дойдем достаточно. Может нет. Так, что у нас дальше ждет? Тренировка, да? Да, у нас тренировка по поводу... Так, тут Манчестер Юнайтед у нас еще не играл, получается. Так, и Манчестер Сити у нас опять на 2 матча. Блин, это очень плохо. Очень-очень плохо. Сражаемся мы, конечно... Стараемся, но, увы, это, блин, ничья нам может покорять нас. Ну чё, удары. Переходим к тренировкам. Мы же потренируемся. Now, who's ready to do a little work today? Come on, then. Let's get to it. Да, начать тренировку. А, у нас только одна будет. Ёб твою мать, а. Разгон 81, сила 71, завершенная 71, и сила удара у нас 71 был бы зелененькая. Хороший удар. И еще один удар. Блядь, перекладина. Точнее, штанга. Это, блядь, слишком перебор.
если бы так прямо на матч давали нам бить. Был бы другой разговор бы. Удар хороший. Мимо. Блять, вратарь спасает эту ситуацию. Тоже спасает. Хороший, прекрасно. Прям девяточку нужно. Продолжим. Это типа у нас легкая тренировочка, потому что у нас травма. О, разгон у нас 82. И сил удар у нас 71. Замечательно просто. И опять мы дома. Опять мы дома. Опять мы дома. Ну что у нас дом ждет? Так, далее. Да, у нас следующая игра против Half City. Кто в данный момент находится? У нас на 19 месте. Это вылет у нас. Мы должны их побежать, как нифига делать их. О, у нас игра у матча Сити. У них запасная на игра, и мы оставим на 5 очков. У них максимум может на 2 очка от нас оставать. Это хорошая новость. Не слишком, но хорошая новость. У нас осталось не слишком много игр. Осталось сколько? 14 игр. 14 серий как минимум. Ну что, на эту серию мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всего удачи вам и пока.